Мужчины в хоккейных коньках на огромной скорости спускаются с ледяной горы. Одно из самых романтичных мест Москвы – Воробьевы горы – отдали во власть экстремалам. Надо просто один раз попасть сюда и реально заболеешь этим. Просто многие не понимают, как так, там можно убиться, да, можно там травму получить, но ты осознанно идешь на это, получаешь кайф от этого. В столице России опробовали новый вид спорта, его придумали швейцарцы. От всего взяли по чуть-чуть, здесь и конькобежный спорт, и лыжный кросс, и, конечно, хоккей. Как называется этот вид спорта и какие успехи в нем делают россияне, расскажем в событиях.